Губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства представил нового руководителя госжилинспекции Подмосковья Ольгу Николаевну Федину. Главе ведомства поручено ставить мнение жителей в вопросе ремонта подъездов на первое место. На посту главного жилищного инспектора региона Федина сменила Вадима Сокова. В надзорное ведомство она пришла с должности заместителя министра ЖКХ Московской области. В 2014 году была главным инспектором Счетной палаты Российской Федерации в сфере контроля за расходами в ЖКХ.